Детское радио представляет. Сейчас разобьюсь! Папа, а почему у милиционера палка, которую он показывает, куда надо ехать, черно-белая? Почему она не красная, например? Эта палка называется жезл. Около 100 лет назад в России действительно одно время регулировали движение жезлом красного цвета. А рукоятка у него была желтая. Но водители часто его не замечали. Вот так вот. Ну, просто не видели, куда он показывает. И бывало, ехали совсем не в ту сторону. Но красный такой яркий цвет. Как его можно не заметить? Яркий, да, яркий. Ну вот посмотри, вокруг так много ярких красок. Наши глаза могут воспринимать огромное количество цветов и их разнообразные оттенки. И получается, что моментально заметить среди всего этого цветного великолепия, ну, предмет красного или, например, желтого цвета, очень непросто. А черно-белый цвет сразу привлекает внимание. Вот так вот устроено наше зрение. Но самое важное вот что. Когда наступают сумерки, мы начинаем видеть цвета немного иначе. Синие и зеленые нам кажутся светлее, а красные и оранжевые становятся более темными. Ну а когда наступает темнота, мы вообще перестаем различать цвета. Все становится каким-то серым. И единственные цвета, которые воспринимают наши глаза без искажения, это черно-белая гамма. Понятно. Ну а почему жезл полосатый? Оказывается, что и днем, и в сумерках, и ночью наши глаза лучше различают именно четкие геометрические формы. Вот, и создатели жезла учли и эту особенность нашего восприятия, и чтобы жезл привлекал внимание водителей сразу, сделали его полосатым.